Артисты на служебном. Это клуб 16 тонн, старейший концертный клуб Москвы. Парень в кожаном пальто, который думает, что сейчас 95-й год, это я. Не такой, что был вчера. Да, думал ли я лет 10 назад, что я буду петь такие песни? Никогда. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Но это лирика. Сейчас мне нужно собрать мою группу перед концертом. Парень с усами — это Яков. Знаю его, сколько себя помню. Девушка, которая матерится по-испански, его жена Клаудия. Она приехала из Кубы в 2018 году, чтобы попасть в страну без санкций. Это Артём, он трубач. Ненавижу, блядь, трубачей. Это Никита, он не умеет петь, и он об этом знает. Но держат его в группе не за это. Это барабанщик Макс. Он весит 48 килограмм, и поэтому ему приходится одеваться в женском отделе. Он настраивает свой рабочий барабан. И он сделает это, сколько бы времени это ни отняло. Итак, Семен, Яков, Артем, Никита и Макс в остросюжетной группе «Фарш». Все в сборе, а это значит только одно. Пора начинать. Ну-ка, погоди. Давай, отмотай назад. Не могу понять одного. А это, блин, вообще кто? Артём! Да. Тот, кого я пытался забыть. Тень из нашего консерваторского прошлого. Специальный агент Большого театра. We'll be right back.
чтобы увидеть, как бессонница в час ночной. Я еду дивая облик твой, чуть не волнится видение, зачем тебе охотиться на людей. Ну что, пора уже заканчивать, и так видео 6 минут. Хорошо бы какой-то мыслью, а еще лучше оставить какую-то загадку, ощущение интриги. Но я скажу так, вся наша жизнь кабак, а мы в нем яшки. Играй, Яшка, давай, играй, играй, играй. А, давай, давай, красава, да, играй, играй, скрипач. А, кошелек забыл гримерки. Заплачу, заплачу, давай, давай, давай. Хорош, хорош. Учился? Что заканчивал? Не, видно, видно, что умеешь, видно, что учился. Видно. Видно. Постой.